Всем привет, многие из вас отмечали, что у нас фрики-клоун похож на мороженщика. Вот сегодня он точно будет похож на мороженщика, благодаря доктору Хаку. Давайте стартовать. У нас будет фрики-мороженщик. Давайте поиграем на нормале, чтобы он нам спуску не давал. Вау, это Чарли. Смотрите, фургон мороженщика подъезжает. Да неужто? Это реально мороженщик идет к Чарли. У нас сегодня вот такая история. У нас сегодня появляется более важная задача. Это спасение уже Чарли, а не просто неизвестного мальчика. Полезай-ка быстрее в фургон мороженщика. И мы сейчас будем вылезать из своей машины как свидетель преступления, потому что у мороженщика заглохнет фургон. Ну-ка, что за ЕЕ? Stupid AI. Close. Вообще закрыли. Это имеется в виду, что будет глупый мороженщик. Так, а давайте здесь побегаем. Смотрите, как далеко можно бегать. Вау! Так, а мы сейчас можем попасться? Здесь попадаться? Ничего себе. Ну-ка, что он сейчас сделает? Кто из вас так делал? Напишите в комментариях. Потому что мы с вами гуляем в сцене. И похоже, я могу попасться мороженщику. Так, подходи, давай. Сейчас напоримся на него. Отпечатки еще рано собирать. Ну-ка. Лови. Что? Здесь попались. Keep going. То есть, ну-ка, обратно можно залезть? Нет, уже нельзя. Иди ко мне. Смотри, какой смешной мороженчик. У него просто кривое квадратное лицо. Сейчас попробуем попасть. Что? Вы поняли, что там можно взять? Похоже, честкей, я взял его. Мы с честкеем здесь, ну-ка. Быстрей. Я открыл фургон. То есть нужно еще в фургон-то зайти. Честкей. Выкидываем. Сегодня так же, как и в предыдущем видео, попробуем пройти с багами, но в мобильной версии нет прыжка. Будем как-нибудь выкручиваться. Так, иди ко мне. Иди ко мне. Глючит. Все. Сейчас попадемся. Заходим сюда быстрее. Ах ты, не получается. Еще раз вызываем мороженщика. Почему у него дверь открывается в странную сторону? Иди ко мне. Все, вызываем его. Ты где? Иди ко мне. Уже бежит. Заходим. Мороженщик сразу же залезает в фургон. Нам сейчас также нужно будет взять, как и в предыдущем видео, канцелярский нож. А пока что прячемся. Мороженщик реально идет. Добро пожаловать домой, мой дорогой друг. Все, завис. Ну, вылезаем. Сейчас нам нужно будет достать карту. Ах ты, эти мячики не берутся. Бам. Док Кеннел. Смотри, он нас поймал. И мы с вами уезжаем в Док Кеннел, реально. Все работает. В мобильной версии намного удобнее играть. Так, у нас мячиков-то с вами нет. А, здесь их вообще нет. У нас здесь оружие за рекламу. Так, ну хорошо. Быстрее, заходи. Давайте на всякий случай закроемся. И в мобильной версии удобней, что можно настроить как хочешь просто. Вылезаем с помощью анимации. Так, понятно. Ах ты, успел заметить меня. Морожка идет. Нету. Так, уходи. Смотрите, спокойненько забил. А Чарли здесь сидит, зомбированный. Раз. Все, нашли.
Теперь нам нужно взять свисток. Ух ты. Вылезти нельзя. Выкидываем канцелярский нож, он больше не нужен. Давайте посмотрим, куда пойдет мороженчик. И он пошел туда, куда нам нужно. А мы его, конечно, обдурим. Мороженчик, привет. Просто квадратный мороженчик. Все, ты к нам не попадешь, но в принципе мы даже его могли здесь закрыть. Так это неплохо, так-то было бы. Берем лестницу. Сейчас ради прикола мороженчика здесь оставим. Смотрите внимательно, как мы это сделаем. Но нам, конечно же, понадобится шокер. Мы его шокируем прямо здесь за решеткой. И проверим, можно ли нам попасть как-то на забор. Я в будке сижу. Все, он забыл про меня. Быстро стреляем. Не закрывайся, не закрывайся. Мы успели. Вау. То есть можем уже уезжать. Но давайте попробуем мороженщика загнать за решетку. Ах ты, решетка сама закрывается. Ну ладно. Наша задача сегодня спасти Чарли в модифицированном причудливом клоуне. Теперь он у нас выступает в роли мороженщика. Дверь не открывается изнутри. Хорошо, давайте тогда переместимся. Обратно нам нужно, конечно, заряжаться. Напишите в комментариях, какой вам враг нравится больше. Мороженщик или фрики-клоун в этой игре. Собака лает, ну и что? Она вообще не опасна. Смотрите, как можно вызывать. Все те же самые баги, похоже, работают и в мобильной версии игры. Смотримся на стройку, потому что у нас есть уже канцелярский нож. Так, инвентарь, достаем канцелярский нож. Сейчас будем срезать веревку. Все то же самое делаем, как и в скоростном прохождении игры. Делаем хрустим. Да, веревку тоже выкидываем. Так, сейчас нам получается как минимум нужна лестница, потому что здесь прыжков нет. Либо нам придется бегать. Давайте попробуем от мороженщика побегать. Может, он забудет мое местоположение? Рычаг. Левер. Бочка. Это я спалился или нет? Пока закрываемся. Создаем ступеньки лестницы на деревообрабатывающем станке. Кстати, здесь только капканы есть в мобильной версии игры. Но сейчас почему-то их не вижу. Мы с вами бежим к лестнице. Ладно, он сейчас забудет, где я нахожусь. Если мы с вами починим лестницу, то мы можем ее брать хоть куда. Но, кстати, можно еще также сделать вот что, невообразимую вещь. И просто перебраться к Чарли. Приседаем, встаем. А, все, мы уже как бы у него. Получается, сейчас можем взять кусачки, ну-ка. Да и лестницу, в принципе, с собой. Точно, просто взяли и все. Давайте кинем ее. Да ес, просто тема. Берем кусачки. Ах ты. Единственное, что ее не поставишь так, как нам хочется. Вот мне бы прыгнуть. А, так все. Вы посмотрите только, что получается у нас. Я даже могу сохранить ее, если захочу. Вообще не влияет на... Сматываемся в школу. А, при нем нельзя это делать. Гумба из Нейр Ю. Гумба следит за тобой. Да, ну и имя. Сейчас мы его с вами обдурим. Он не может вечно знать, где мы. Так, он пошел в какую сторону? Аккуратненько смотрим. Он идет от труп. Видите, отдаляется. То есть он ходит вдаль.
Ура, теперь в школу. Теперь нам пригодится отмычка. Давайте смотреть на столы. Нету, нету. Она бывает еще в фонтане. Лопата зачем-то. Кто знает, зачем лопата в игре? Хейпин. Просто спокойненько прощает нас. Да прощай, прощай нас. Прощай. И закроемся. Чтобы он ничего плохого о нас не думал. Нету жетона. Классрум, вот это? Да закрывайся ты уже от него. Взяли жетон, ура. Ну-ка, вылезти разрешат? Да, вообще спокойненько. Все, побежали искать кисточку в женский туалет. Ну-ка, в это в окно. Залезаем спокойненько. Нужен именно женский туалет, потому что это женский атрибут. Ух ты, сразу нашли. Чистим. 73-81. Теперь ищем шкафчики. Здесь мы возьмем перфокарту. 81. Все, ура. Перфокарта с нами, можем выбросить. И отправляемся в окрестности. Сейчас нам, конечно же, пригодится шокер. Все, вызываем мороженщика на себя специально. Как только откроет дверь, будем стрелять. Но это квадратный мороженщик, это похоже у нас... Он больше всего любит эскимо. Кстати, он в шапочке даже. Быстрее. Вау. Чуть все не накрылось. Бежим именно в комнату за газовыми баллонами. Вот она. Тут потому что есть синий ключик. И можем успеть. Да. Дверь даже еще не закрылась. Все применили. Теперь спокойненько будем проходить. Перфокарту ищем. Ах, ты все равно сыграла. Далее нам пригодится веревка, чтобы прицепить к клетке Чарли. Давайте дергать рычаги. Пока дергайте просто все. Ведь один поднят. Все, открыли его. Теперь свисток достаем. Будем его разгипнотизировать. Нам даже с вами чест Кейта не пригодился. А где мороженчик? Смотрите, мороженчик, похоже, направляется к нам. Все, yes. Иди ко мне. Иди ко мне, иди ко мне. Он как-то глючит странно. А, все, он дальше не может пройти почему-то. Вот такие у него глюки. Хорошо, будем Чарли. И смотрим за мороженщиком. Все, исчез. Но на камере он остался. Теперь осталось поближе подкинуть лом. Кстати, можно заранее. Точно заранее можно. Подождите, так нас может раздавить. Давайте попробуем. Готовим кусачки. И резко подойдем. Смотрите. Я даванул себя лифтом. Но в игре-то остался. А музыка страшная так осталась. Мы сегодня с вами спасли Чарли из лап мороженщика. Доктору Хаку спасибо за предоставленный файл. Оцените прохождение лайками. В комментариях напишите, какой вам из врагов нравится больше. Фрики, клоун, либо мороженщик. Подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока. You got me down in my first game.